Хорошо, что есть куда поехать летом. Санатории, пансионаты, дома отдыха. Все это придумано для того, чтобы мы могли туда приезжать. Эх, если б кто-то еще придумал, чтобы мы могли оттуда не уезжать. Чего надо всегда опаздывать? Где она? Туся! Тусенька! Тусик! Подожди. Тусик. Анна Ивановна? Что вы тут делаете? Где Люся? Так ты чемоданы-то возьми у мамы, а? Почему? Почему вы не дома? Где Люся? Где надо Люся? Люся дома. А он думал, что я собственную дочу, доченьку родную, с ним одну отпущу на круиз, да? Вот тебе. Вы что, с нами хотите поехать? У нас всего два билета. А зачем нам больше? Два билета нам хватит. Я еду вместо нее. А, и учти, Тусик, учти. Я не Тусик. Да Тусик ты кто? Меня зовут Виталий. Тусик, учти, Тусик, я тебя насквозь вижу. Ты же, во-первых, за копейку же ты удавишься. А во-вторых, ты все растранжиришь. Все, потому что ты жмот. Я жмот? Ты жмот. Я жмот. Ты жмот, ты мне за всю жизнь ни одного подарка не сделал. Ну, вы не правы, Анна Ивановна, вы не правы. Как раз сегодня специально для вас я сделал отличный подарок. Что ты там сделал? Часы. Вот, специальный туристский вариант. Они вам в круизе очень пригодятся. Почему это они? Ну, потому что эти часы идут даже на глубине 500 метров. Мама! Господи! Он меня первый раз в жизни назвал мамой. Мама! 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 Это мама! 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 Туся! Мама! 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 Иван Петрович! Иван Петрович, ЧП! ЧП, Иван Петрович, наш танкер! Что случилось? Наш танкер с нашей нефтью... Хорошо, с вашей нефтью, Иван Петрович. Там же и моей же тоже немножечко есть, ну, Иван Петрович. Я вас спрашиваю, в чем дело? Авария. 40 тысяч тонн нефти разлилось. Не может быть. Может, Иван Петрович, может. Вот такое пятно. 70 километров пятно и движется прямо на Канары. Все. Канара. Это же катастрофа. Как это все пропало? Нет, то есть просто все пропало. Все. Господи, все пропало. Так, спокойно. Спокойно. Спокойно, я все устрою, я приму меры. Все, идите. Иван Петрович, ну нефть так. Я сказал, идите. Я пойду. Идите, спокойно. Всего хорошего. Хорошего, все плохо. Таня. Слушаю, Иван Петрович. Срочно позвоните в турагентство. Да. Аннулируйте мою путевку на Канары. Немедленно. А куда вы поедете? А я поеду на Мальдивы. Вот так вот. Реклама. Доктор, вчера вы прописали мне средство от облысения. Русский лес. Так. И я им натер голову перед сном. Прекрасно. Значит, сегодня уже должен быть результат. А он уже есть. Вот он, ваш результат. Что мне теперь делать? Все очень просто. Просто сегодня вы должны лечь спать в другую сторону. Средство от облысения – русский лес. И запомните, мхомма зарастает только северная сторона.
Прошу прощения, мадам. Мадмуазель. Вы знаете, стадо такая рассеянная, как в молодости. Ну, зато у вас прекрасная память, раз вы помните свою молодость, мадмуазель. А я уже третий раз на водах. И каждый раз, с каждым годотком этой чудо-медитательной воды, где кажется, что я становлюсь все бодоже и мадоже. А может попробовать? Конечно. Спасибо. Ерунда. Эта ваша водичка совершенно не помогает. Лучше пейте местное вино. Что? Ну, что я говорил? Вот теперь и мне кажется, что вы все моложе и моложе. Что такое? Куда я ее положил, а? Ну, вот сколько можно собираться? Мы же опоздаем. Не опоздаем мы никуда. Мы на неделю едем, на целую неделю. А, господи, вот. Так, вот эту маечку. Маечку. Поезд ждать не будет. Значит, подождет твой поезд. Подождет. Ага. Так, давай вот. Вот эти колготки парочку. Так. Ай, вот этот старый купальник. Фу, все? Все, я готова, все. Все? Угу. Как-то на этот раз как-то непривычно, скромненько как-то. А я тебе давно говорил, мне летом носить нечего, у меня нет. Ладно, ничего. все. Об этом потом. Тебе еще надо вещи запаковать. Какие вещи? Ну вот все, что ты берешь с собой. Ой, глупенький. Это как раз то, что я оставляю. А то, что я беру с собой, давно запаковано. Быстро! Встал, взял! Бегом! Быстрее давай! Я быстрее не могу. Аккуратно с моими вещами. Я же нельзя болтать по ней. Аккуратно. Ой. Аккуратно, я сказала. Чуть обводит ты. Хотя бы такси взяли. Прямо иди. Попробовал ты прямо. Прямо иди, я сказала. Садись.